Американский актер Вин Дизель бросил вызов президенту Российской Федерации Владимиру Путину. По данным американских СМИ, голливудский актер принял участие во флешмобе Ice Bucket Challenge, после чего передал эстафету Путину, Мишель Обаме и Анджелине Джоли. Соответствующая видеозапись опубликована в социальной сети Instagram. Цель акции – привлечь внимание общественности к тяжелому заболеванию нервной системы – амиотрофическому склерозу. Желающие поддержать инициативу выливают на себя ведро ледяной воды и называют имя следующего участника. Если названные люди не обольются ледяной водой в течение 24 часов, то они обязаны пожертвовать $100 в пользу фонда, организовавшего флешмоб. В эстафете уже приняли участие Билл Гейтс, Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк и другие мировые звезды.